Власти направят 30 миллиардов рублей на завершение долгостроев. Президент отметил, что в значительном количестве субъектов РФ по всей день не решена проблема обманутых дольщиков. Дополнительные 30 миллиардов рублей Фонду защиты прав дольщиков должны помочь решить проблемы, накопленные в прошлые годы, и достроить незавершенные дома. Таким образом, в сложный экономический период граждане наконец смогут переехать в приобретенное ими жилье, а строительная индустрия получит дополнительную загрузку. Кроме того, Путин поручил предоставить дом РФ государственную гарантию на 50 миллиардов рублей для выкупа новых квартир комфорт-класса у строительных компаний. Это должно стать одной из мер поддержки жилищного строительства. Впоследствии эти квартиры смогут приобрести граждане, в том числе и по льготным программам жилищного кредитования. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. До новых встреч!